или ничего. 12 апреля, в День космонавтики, состоится третий решающий матч четвертьфинальной серии женской суперлиги. Казанская «Динамо Акбарс» примет на своей площадке челябинская «Динамо Метар». Счет в серии 1-1. Команды побеждают только дома, поэтому лишь с вашей поддержкой наши девушки смогут пройти неуступчивого соперника и пробиться в полуфинал чемпионата России. Мы будем очень рады видеть вас на трибунах Центра волейбола 12 апреля в 19 часов. Я в это очень верю и надеюсь, потому что все равно, когда ты дома играешь, как домашняя арена, болельщики, поддержка, это все помогает. Что же произошло? В целом, ничего критичного. Команда Ришата Гелизудинова уверенно выиграла первый домашний матч 3-0 и также уверенно сыграла в первой партии матча в Челябинске 25-14. Казалось бы, просто продолжать играть свою игру и забирать билет в полуфинал. Но нет. Был перед игрой максимальный настрой, но во время игры, я считаю, что после первой партии как-то немножко отпустили, и поэтому вот так получилось. «Метар» стоит назвать одним из главных открытий всего сезона. Команда Александра Кошкина при невероятной поддержке зала выиграла 3 партии подряд и тем самым сравняла счет в серии. Вопрос, что же произошло с казанской командой? Мы, наверное, немного расслабились в плане того, что даже и первую партию в последней игре выиграли. Как-то, наверное, поверили в себя очень быстро и немножко не получилось в тех элементах, которые запланировали. Соперник немного перестроился тоже в последней игре. И также совершили, наверное, больше ошибок, чем нужно было. Поэтому такой результат. Причем в Челябинске 22 очка набрала Гайла Гонсалес. 20 на счету Ангелины Лазаренко. Но этого было мало. В противостоянии невероятно важны подача и особенно блок. Ведь в составе «Метара» есть лучшая блокирующая регулярки Дарья Малыгина, набравшая во втором матче 12 очков. А еще 18 добавила Ткачева. В последнем матче они хорошо поменяли тактику. В принципе, они переключились с нападения центров на нападение на края. Что у них, в принципе, прошло. Также подачу немного изменили, на которую мы не сразу адаптировались. Поэтому мы сейчас тоже к этому готовимся, к разным вариантам. Также они в расстановке поменяли немножко свою тактику. Поэтому ко всему этому тоже работаем, готовимся, смотрим, что они делают. Но «Динамо Акбарс» все-таки прекрасно знает, как обыгрывать «Метар». 3 встречи до последней игры завершились победами команды Гелизудинова. Хотя тот же матч первого круга в Казани был невероятно сложным и завершился тяжелой победой на тайбрейке. Теперь же все зависит исключительно от волейболисток «Динамо Акбарс». Свой зал, свои трибуны, свои болельщики. Необходимо просто выйти и взять свое. В принципе, мы с командой поговорили все вместе, так отдельно девочками тоже обсудили какие-то моменты относительно своих позиций, так что я думаю, что мы готовы. Да, я думаю, что все хорошо, был выходной, сегодня уже провели собрание, разобрали, в принципе, все ошибки, посмотрели конкретно все моменты, уже готовимся усердно, работаем, стараемся. Я думаю, это будет наш настрой, наша чистая работа и слаженная игра. Важнейший матч на данном этапе сезона для казанского «Динамо Акбарс» против челябинского «Динамо Метар» состоится 12 апреля в 19 часов по московскому времени. Такое просто нельзя пропустить. Поэтому приходите на трибуны Центра волейбола, чтобы поддержать наших девушек. А они непременно отплатят вам яркой и красивой игрой.